У вас есть программа на отношения? Я вам отвечаю. И есть. Такая программа нам с детства вкладывается просто тем, что мы видим в сказках, которые заканчиваются обязательно свадьбой. Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо. Ну, хорошие программы в целом, да. Реально люди, если у них есть пара, если они друг с другом, так сказать, в таком взаимопонимании, поддержке и так далее. Вопрос наших действий. Вот действовать из программы, которую мы усвоили, это совершить ошибки, которые в эту программу вложены. Сейчас мир вообще поменялся. Отношения поменялись. Люди стали более эгоистичны где-то, индивидуалистичны. И прежние программы, они как бы наталкиваются на реальность. И у людей просто разрыв шаблона, разочарование и так далее. И нам нужно понимать, что если мир стал поменяться, то нам надо наши программы вот эти перепрограммировать. Это не значит отказаться от отношений. Нет. Это начать про них думать по-другому. Увидеть, что теперь является главным. Понимаете? Теперь это совсем другое. Это раньше зачем нужна была семья? Чтобы вот жить у кого-то, денег мало, один муж, есть работа, нет работы и так далее. Ну, такой был раньше как бы подход. Семья – это тыл. Сейчас тыл где, черт его? Нет тыла, понимаете? Все горит. Нужна просто эмоциональная близость. Но это же другая вещь, понимаете? Где в сказке там эмоциональная близость? Это другого увидели, там и побежали друг к другу навстречу. Когда-нибудь успели друг друга узнать? Когда они успели друг друга понять? Да ничего не успели. Просто раз, все, поженихались и вперед в песню. Вот. Поэтому нужно понимать, что действуя из программ, мы можем как бы бить мимо цели. Устарели многие программы, их надо переписывать.